буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Окружающие восхищаются от этого человека, от его многогранной личности, независимости и индивидуальности. Звук «Е» предполагает возможность нервного срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Нумерология указывает по этому имени явное равнодушие к чужим проблемам. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Личностные отношения с людьми, число рождения которых 2, 4 или 7, то есть родившимися 2, 4, 7, 7, 11, 13, 16, 20, 22, 25, 29 или 31 числа каждого месяца являются благоприятными. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.